Наш город представляли воспитанники спортивной школы номер один, три спортсмена клуба «Южный Будакан», тренер Арсен Курбаналиев. Все ребята привезли медали. Бои были сложными, но интересными. По итогам соревнований Данила Лавин занял третье место. Семен Чивкин также занял третье место. Дмитрию Тильгерову, несмотря на грамотную и красивую работу, не хватило физической подготовки. Но это его первые бои. В следующий раз тренер уверен, он станет чемпионом, а пока занимает второе место. Ребята результатами довольны. Медали им вручил президент Всероссийской Федерации тэквондо мастер Лазос Цилфидис. Отметим, наша команда впервые выступала на соревнованиях такого уровня.